немножко отсвечивает, но все равно расскажу, что мы заказали. Это равиоли из свеколки с сыром. По-моему, козий сыр. Это такие тортинки, поджаренный хлеб, также с мягким сыром. И жамбон с кошерем. Жамбон крю. Паром, то есть итальянский жамбон. А у бабушки у нас, у свекрови, бене де коржет, то есть цветы тыквы, сделаны как в кляре, соусом с томатом. А у Саши пока ничего, он ждет. Вот, всем приятного аппетита. И мы напротив корабликов. Порт. В этом году мы поставили колесо. Merci beaucoup. Ну, мы недалеко от провинции. У меня вот такие овощи. Лук, помидорка и перец фаршированные. У мужа мясо с дюбе. Это говядина с картошечкой со свежей. Саша выбрал себе фаны. А у свекрови лосось. Всем приятного аппетита. И да, на каникулах раз в месяц все можно. Вот такой огромный кусок тарту ситрон. Тарт с лимоном. Лимонный тарт. У меня панакота. Панакота, как хотите. С фруи ружем. С красными фруктами. И у мужа тоже тарт о ситрон. А Саша себе заказал, еще не пришел его заказ. Муалеу шоколад. А вот, как раз несут. Шоколадный такой торт. Ну, все было. Салат Сезар. Посмотрите, какой красивый здесь и рыбка, и яйцо, и курочка. Красота. Всем приятного аппетита.